Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Imagine Roleplay 1 серии. Муник здесь Кирилл Футболов, и по ролику вы думаю догадались и думаете, блять, что за бред, ты только его купил недавно. Именно, чуваки, в тот день, как я его купил, буквально через часа два, мне написал чувак, который хочет купить мой бизнес за 1 миллион 850 тысяч. В принципе, и я спросил, зачем тебе этот бизнес, чувак, типа, он говорит, типа, у меня никогда не было бизнеса, я хочу себе бизнес. Конечно же, блин, он не прибыльный, я не знаю, он понимает это или нет, но, видимо, у него нету денег на более дорогой бизнес. Да и, пацаны, попользовавшись этим бизнесом, буквально пару часов, я понял, что, ну, блин, не мое это, короче. Я хотел его по угару взять, но в итоге, блин, ну, не мое это. Не мой это бизнес, пацаны. Я не знаю, я не могу этими хлопушками нормально пользоваться. Они у меня не работают. Не знаю, как у других, у меня они не работают. Поэтому все-таки я решил его продать. И будем искать что-то другое, уже нормальное. Либо 24 на 7, либо аптеку какую-то. Таксопарк вообще не буду рассматривать. Хочу все 24 на 7 купить, наверное, все-таки больше всего. Да, 24 на 7 будем искать. Поэтому, как-то так. Потому что, ну, не мое это, пацаны, пиротехника, но не мое. Да, прикольненький бизнес, именно сам бизнес, сам по себе. Но, блин, у меня не работают эти хлопушки. Поэтому не вижу смысла его держать у себя. Не, я бы себе его оставил, если бы чувак не написал, как бы... Он хочет его забрать, я купил его еще за 1,7. Он забирает его за 1 миллион 850 тысяч. Ну, то есть, я уйду, как, грубо говоря, в плюс на 150 тысяч, хотя я в плюс не уйду, потому что, во-первых, я оплатил его на 30 дней, а он был оплачен, по-моему, на 2 дня. Или на сколько, или на 8. На 8 дней он был оплачен. Ну, короче, я в особо плюс не уйду, но зато куплю себе потом другой бизнес, да. Так, Вячеслав какой-то Романов за мной едет. Не знаю зачем, ну ладно. Чувак нас ждет на вокзале уже. В принципе, поэтому... Да, поэтому сбиваем столбы нахер. Едем дальше. Так, вот я забрал, короче, чувака. Передай привет, Юра Бродчак, привет тебе. Это он будет у меня бизнес покупать. Это подписчик. В принципе... Ну, как бы я ему сказал, сколько его купил. И... Говорил, типа, предложи цену. Вот он мне предложил, и я в итоге согласился. Не знаю, блин, ну, я на самом деле бы такой, чтобы не продавать его. Да, нельзя рекламу. Я бы такой, чтобы не продавать, но у чувака никогда не было бизнеса, во-первых, и он хочет, так сказать, это почувствовать. За это бан дают на 30 дней. Да, рекламу я никогда не пишу свой канал, в принципе. Поэтому пиарить его не надо. Ну, блин, чуваку, можно сказать, помогу, блин, хотя я чуть наварюсь, типа. Но на самом деле я ни хрена вообще в плюс не уйду. Ну да ладно. Не мое это, я не знаю, что с ним делать. Мне даже в голову никаких мыслей не приходило. Ладно, если бы эти хлопушки работали, можно было бы там поприкалываться, допустим, ДПС забежать, хлопушку ебануть туда поставить и так далее. Но, блин, они не работают. Там какая финка? Ну, там финка 5, 10, 20 тысяч. Ну, смотрите, вот финка. Я вам не вру ему даже сейчас, понимаете? Как бы мне нету смысла врать. Вот. Вот, 5 тысяч. Вот, по 5 тысяч, 10 тысяч и 20 тысяч. Как бы, ну... Как бы я все правильно сказал, все как есть. Нет смысла врать ему нету. Если не захочет он покупать, без проблем. Я ничего, ну, как бы для меня это будет ничего, неважно. Как бы купит, не купит, мне без разницы. Как бы мне особая, так сказать, проблема не составляет этот бизнес, поэтому, как бы, мне и так хорошо. Ну, сейчас продадим ему... Бизнес, блин, понаставляет своих, сука, машин, блять, на дорогах. Да, сейчас меня ёбнут, да? Repair car. Бля, у меня инструментов нету. Сейчас меня посадят по-любому.
Так, вот мы приехали, короче. Блин, что-то вояка зашел нам в пиротехнику. Блин, ну, на самом деле, вот, да, хуёвый бизнес, там, не стреляют хлопушки и так далее, но, блин, честно, жалко, вот сейчас жалко его продавать почему-то. Вот реально, вот сейчас реально жалко. Бурсинес. Не, чувак, мы договорились 8,5. 8,50. 160. Ладно, за 1,8 я вам продам. Плюс. Все. Я продал за лям 800. Сними, проучи. Снимал утром. Да. Да, чувак, ты видео. В принципе. Все, я продал бизнес подписчику. Ну, блин, жалко, серьезно. Как... Блин, у меня он был даже меньше суток, но мне его жалко. Пожми руку. Ломка. Так, хай 161. Давайте пожмем руку. Ну, у него ломка, в принципе. Я ломку, кстати, вылечил. У меня ломка была. Вот, смотрите. Так, где она там? Во, у меня ноль, просто ноль. Поэтому все заебись просто. Надо ремку купить. Ремку. Пишите, ремку куплю. Я на самом деле хотел бы себе 24 на 7. Поэтому я буду искать именно 24 на 7, потому что ну хватит. Думаю, уже надо купить какой-то нормальный бизнес, чтобы он прибыль нес. А то я только в минусы ухожу постоянно. И это не круто. Так, давайте бабло, кстати, положим в банк. Я гляну, сколько у меня будет общая сумма. Так, передай привет. Джек Байрон, привет тебе. Передал. Положить лям 800. Видите, я даже ему уступил 50 тысяч, в принципе, мне не жалко. И баланс. 7300 у меня, да? Блин, по-моему, тут раньше больше было, или мне кажется. Ну, ладно. Ладно, хрен с ним. Так, подписчику вот я продал бизнес. Так, напишу, он, если что, оплачен на 30 дней. Он оплачен на 30 дней. Погнали, короче. Так, надо тачку починить. А то вообще хп мало. Repair car. По-моему, он когда-то еще хотел мне столовую еще купить. А я тогда еще не хотел продавать. Ну, короче, как-то так. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.